Представляю вам бойца в синем углу. Ему 29 лет, рост 179 сантиметров. Его вес составил 70,5 килограмма. Профессиональный рекорд. 5 побед, 1 поражение. Базовый стиль ММА. Он из города Москва. Россия. Магомед Алиев. Бойцу в красном углу 21 год. Рост 185 сантиметров. Его вес составил 70,7 килограммов. Профессиональный рекорд. 7 побед, 0 поражений. Базовый стиль ММА. Он из города Грозный. Россия. Адам Масаев. Рефери Ашот Ашукян. Итак, Адам Масаев против Магомеда Алиева. Ну и отметим, что у Алиева в углу находится Гаджимурад Хирамагомедов. Тоже очень известный боец полусреднего веса, выступает он в ACA. Кстати, уже вот здесь, на этой арене, 4 октября, он встретится с Альбертом Туменовым. Кстати, ничего себе, на минуточку. Так, начался у нас поединок. Да, ну и, собственно, я уже на выходе сказал. Парни, кстати, для этой весовой категории, извини, что перебил. Ух ты! Интересно, при том, что оба, я так понимаю, в первую очередь ударники, вот она уже борьба. О, как скручивается. И гильотина даже, да? Ничего себе. Неужели даже он ее взял, забрал? Да, вот это да. Все. Очень быстро, очень уверенная быстро. Победа Адама Масаева. Я только хотел сказать, что возможно, не успел поединок раскрыться. Да, хотел сказать, что возможно самое серьезное испытание для него, но вот так вот обескураживающий для Алиева, да, поединок начался, да, и так он, в принципе, и закончился. Для всех, потому что действительно очень хороший боец, и, ну, давайте честно, чего мы ждали от этого поединка? Очень яркой ударной техники, работы обоих спортсменов. Ну, получилось, как получилось. Нет, получилось очень ярко. Да, давайте очень честно. Ярко, в любом случае. Шикарный совершенно удушающий захват. Вот, но совсем не так, как мы ожидали. Это не значит, что плохо, это значит отлично, но по-другому. Так, следующий бой, кстати, который я жду с особым нетерпением. Мы тут в соцсетях немного поспорили с Гаджи Караевым. Потому что его протаже будет бой остановлен на 37 секунде первого раунда. Победу удушающим приемом одержал. И остается непобежденным Адам Масаев. Кстати, мы видим, да, что не особенно радуется этой победе.